Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Алексей, мы продолжаем играть в Transport Fever. На прошлом стриме, вы помните, озаботился я тем, что решил наладить еще одну цепочку производств. Вот, а именно задействовал вот эту вот лесопилку, где у нас интенсивно стали, смотрите, производиться бревна, да? Так, ну-ка. Интересно, складывают бревна еще в вязаночки. Так, также задействовал рудную шахту, где добывается железная руда. Все это дело мы посредством железной дороги возим, соответственно, на пилораму. Так, ну сюда еще ничего, по-моему, не привезли, потому как поезд первый круг свой делает в холостую. И вот здесь вот я мучился, воевал вот с этим холмом, с подъездными путями, но вот каким-то вот таким способом, криво-косо, как говорится, но все это вроде как получилось. Может быть, в дальнейшем, когда денег будет много, мы просто тупо туннель проложим, да и все. Так, вот на этот вот сталелитейный завод, значит, у нас будет приезжать железная руда, будут производиться либо сталь со шлаком, либо просто сталь. Но это мы сейчас посмотрим. Сюда еще, смотрите, требуется уголь. Угольная шахта у нас вот здесь недалеко. Тоже было бы не кисло, в принципе, наверное, пустить поезд. А может быть, пустить выгоднее здесь повозки. Вот здесь дорогу проложить, смотрите, вроде ровная, и соединить вот с этой дорогой. Но это мы сейчас все посмотрим. Так, запускаем по чуть-чуть время, пускай у нас зарабатывают наши те линии, которые уже более-менее отрегулированы. Так, камень у нас вывозится. Привозится вот сюда. Завод стройматериалов, и из него делается кирпичи, там, ну, написано продукты. Пускай будут продукты, нет, стройматериалы все-таки. Так, это у нас камень, еще сюда можно шлак будет возить. Шлак можно будет возить вот отсюда, вот с этого сталелитейного завода. Так, ну для начала... Так. Паровозы наши разъезжаются. Блин, надо денег накопить. Наверное, двухпутную железную дорогу строить, иначе это не дело. Вот так вот простаивает он. Там уже бревен полно. Да и вагоны надо цеплять. Ну, загружены полностью. 18 человек. Да, надо вагоны будет делать. Так, вот здесь я еще сделал разъезд тоже. Ну, на всякий случай, кто его знает. Так, ну что ж, сколько у нас там? 263 тысячи. Хотелось бы сделать еще маршрут так, чтобы продукты вот этого вот производства, а именно сталь, у нас попадала... Вот сюда. Я тоже приглядел этот заводик, машиностроительная фабрика. Здесь у нас нужно древесины очень много и вот эта самая сталь. Вот, взамен нам будут делать либо инструменты, либо технику. Так, для этого, так, сколько у нас, 249 тысяч там. Хотел бы я тоже сделать тут станцию. Ну, немножко с рельефом вот тут корявенько, а? Так, давайте время остановим на всякий случай, пускай, чтобы у нас не заняли ничего. Так, станции. Железная дорога. Так, нам нужны грузовые станции. Вот. Как бы ее здесь так расположить, чтобы она
Вроде как и стоило недорого. Так. Ну вот, в принципе, вот, вот здесь вот можно все это сделать. Так, ну-ка. Так, теперь соединить все это дело дорогой. Ну, дорогу я шикарную делать пока, конечно же, не буду. Вот как-то так. Так, ну-ка, охватывает, охватывает, отлично. Так, сколько у нас? 138 тысяч. И теперь каким-то макаром нужно соединить с железной дорогой. Так, ну явно не отсюда вести, здесь вот такие вот повороты, все это. Вот где-нибудь здесь, вот сзади города, провести и соединить. И соединить, наверное, где-то тут. Вот так, как бы практически напрямую по гипотенузе, да? Срезать это, я думаю, будет намного выгоднее. Так. Так. Но надолго нам, намного точнее, не хватит этого всего. Так, нет, давайте, наверное, более короткими кусочками делать. Чтобы вот этих вот спусков, подъемов все-таки избегать. Так, а вниз не дают, да, опустить? Ну ладно. Фиг с вами, как говорится. Так. Ну, через холм я явно не полезу, это точно. Тут у нас углубление пошло. Так, а поднять можно. Отлично. Так, опустить. Вот так вот. Так, и все, и деньги у нас заканчиваются, в принципе, да? Так, а здесь поднять. 36-29. Только так, да? Так, нет. Тогда вот так. 19-18. Не сильно много выигрываем. Так. Нормально. 25. Так, нам нужно вот сюда вот соединить все. Делаем дальше. Так, а что тут такое? А здесь у нас... Неужели возвышенность такая серьезная? Ну да. И денег у нас не хватает уже. Так, нет, тогда не надо так. Так, коротенький кусочек. Вот так вот. Нормально? Ну, не совсем, может быть, нормально.
Ну, более-менее. Так, 10 тысяч, да, осталось? Ну, на 10 тысяч какой кусочек хороший протянули. Так, ну и все. Пока что. Пока что все. Включаем дальше время. Пускай нам, может быть, что-нибудь принесут. Прибыли наши. Линии, наш транспорт. Так, в минус ушло. Сняли, да, ежемесячное обслуживание. Так, где наш поезд? Где наш поезд? Так. Ага. Так, что-то я не пойму. Куда делся поезд? Так. Лесопилка, пилорама. Так, а в чем дело? Действительно, куда он делся? Так, ну здесь у нас стоит пассажирский поезд. Он ждет, когда проедет вот этот, по-моему. Где он? Где? Кто едет? Так, вау, а куда он поперся-то? В депо направляется. Я его направил в депо, скорее всего, потому, чтобы вагонов добавить. И он посчитал, что депо ближайшее для него вот это. Все ясно, почему он туда ломанулся. Так. Вот вам и ошибочка. Раньше времени направил в депо 130 тысяч. Блин, теперь он с этого депо пока туда дошкандыляет. Так, давайте-ка его разворачивать нафиг. Не по пути. Ну так... Давайте тогда по маршруту. Пускай выезжает назад сюда. Здесь разворачивается и едет уже туда. И надо его будет ловить недалеко от нашей лесопилки. Я-то думал, что он в это депо направится, из которого он изначально выехал. Нет, нифига. Он поехал в депо, которое ему ближе. Негодник такой. Так. Ладно, я, наверное, на паузу нажму. Вот, уже когда он будет подъезжать, тогда уже и встретимся с вами. Заодно, может быть, нам транспорт наш денежек принесет. Итак, подъезжает наш поезд к тому депо, к которому я хотел. Вот, но не так, чтобы и много принес транспорт. Опять-таки, как я скажу, ввиду того, что у нас однопутная железная дорога. И все пути завязаны именно через нее. То есть в том месте, вот где у нас пересекаются все маршруты, поездам приходится простаивать. Поэтому в ближайшем будущем нужно обязательно строить второй путь. Так, сколько у нас? 186. Так, ну давайте теперь посмотрим. Так. Ну да, сейчас вот он убытки. Убытки несет, потому как ничего не делает. Так, депо. Так, купить поезда. Где у нас там? Вагон с боковыми стойками. 125 тысяч. Мы всего один вагон сможем купить. Какая жалость. Какая жалость. 4 вагона. Ну ладно.
Бог с ним, пускай хоть с четырьмя пока ездит. Так, все. Скорость не фонтан, конечно, но как уж есть. Так, и нужно будет еще на руду поезд также приобретать. Так, смотрим. Ты останавливаться думаешь, нет? Ага. Все, нормально. Так, грузится. Загрузился. 16. Ну, Хотя бы так. Так, и пока ты едешь, 182 тысячи у нас имеется. Будем дотягивать вот эту ветку. Так, а когда он сюда выгрузит сталь, ему нужно будет обратно. Все-таки придется вот отсюда еще сюда тянуть. Ну ладно. Надеюсь, потом это все окупится. Буду, по крайней мере, ужасно на это надеяться. Так, где у нас железная дорога? Так. Так, соединяется? Или мимо? Вроде как соединяется. Так, все. Так, теперь добавляем станцию еще. Значит, он поедет у нас на лесопилку. И с лесопилки потом будет ехать вот сюда. Так, где у нас линии? Так, это убрать. Линии. Лесопилка, пилорама. Добавить станцию. Вот так вот. Так. Нормально. Так, третья станция, все. Первая это у нас лесопилка, вторая пилорама. И третья будет как раз вот этот вот завод. Так, а почему он не рисует маршрут? Или что-то в игре обновилось, или я что-то не так делаю? Он должен же линию маршрута рисовать, нет? Ладно. Ладно, бог с ним. Так, где он едет? Это он? Это он. Так, путь ему открыт. Хорошо, путь закрыт вот этому. Так, поехал. Так, здесь у нас на разъезде никто не ждет, нет? Так, 180 тысяч. Так, ну а мы пока вот отсюда сюда каким-то образом нужно все это дело обустроить. Так. Но. Не так шустро. Здесь у нас холм.
Надо каким-то образом так. Для начала остановим, а то он не будет потом знать, куда ехать ему. Так, 28. Ну, опускать, я думаю, нормально будет. Так, стоп, не сильно ли круто я взял? Что-то у меня такое чувство. Так, ну почему нельзя опустить, а? 44, блин, такие расходы страшные идут. Ха-ха. Нельзя опустить, вот хоть тресни, опустить нельзя и все. Это же ужас. Хм. Это же тихий ужас. Вот поднять можно, главное, а опустить почему-то нельзя. Сейчас мы с вами в трубу опять улетим. Так, ну куда нафиг? Это же насыпь, она и растет, елки-палки. Почему нельзя опустить? Так, не нравится мне все это. Все это мне не нравится. Никак, да? Никак не опустишь. А, ну оно, в принципе, и так уже вон под уклон идет. Здесь холм сильно большой. Так, может быть, придется тогда откуда-нибудь отсюда делать крюк ответвления. Вот отсюда. Ну-ка, здесь сильно опускается. Деньги только зря израсходовал. Так. 22 тысячи. Вот это мне больше уже нравится. Так. Еще 15. Вот это вообще замечательно. Нафиг я там начал. Так. Ой, какая красота. Так, а вот здесь уже нет. Здесь уже не красота. Так, поднять. Так. Ну, пускай так будет. Вот так вот. И вот сюда. Денег не хватает, ясно. А было бы неплохо. Конечно, скорость здесь небольшая. 60-57, ну да ладно. Так. Или может все-таки попробовать как-то его вытянуть по-другому. Так, где-то там даже... О, о! Вот это мне уже больше нравится. Так, здесь поставить семафор обязательно. Так. На который у нас не хватает. Не хватает денег. В минус ушли. Так, ладно. Ждем. Ждем, когда уйдем в плюс. Так, разъехались. Едут наши бревна. Так, вот уже и плюс. Так, вот здесь вот. Семафор.
Односторонний. Отлично. Так, и здесь. Здесь нужно... Хотя здесь пока что один поезд курсирует. Может, когда-нибудь будут и два курсировать. Так, вот эту линию нужно удалить. Иначе она будет расходовать средства, наверное. Так, а у нас опять минус, да? У нас опять минус. Жесткий-жесткий минус. Или пусть будет пока что. Не, ну вот эти вот мне явно не нравятся. Вот это ответвление пусть пока остается. Может, потом куда-нибудь туда или... Да вообще нафиг оно нужно, все. Париться еще из-за этого. Вот это я выравнивать уже не буду. Так, ну и смотрим, где наш поезд. Так, опять в минус. Что ж ты будешь делать, да? Так, здесь у нас что? Дилижансики. 4 из 4. Нормально. Пассажирки. Пассажирки. Пассажиры. Нормально. Так, вот здесь нужно теперь поставить семафор тоже. Вот с этой стороны. Так. И сделать его. Хотя нет, это не односторонний у нас, наверное, будет. Так, а почему он у нас закрыт? Почему он у нас закрыт? Мне интересно. А, открылся, открылся, все в порядке. Так, ну здесь тогда тоже нужно сделать разъезд, скорее всего. Здесь у нас тоже нет нифига семафоров, да? Тоже нужно поставить вот здесь и вот здесь. Так, здесь не знаю, надо, не надо. Нет, здесь, наверное, где-нибудь посередине мы все-таки разъезд сделаем. Вот где-нибудь. Где-нибудь, где-нибудь тут. Так. И вот так. Вот. И поставим семафор еще здесь. Один здесь. И один вот здесь. Теоретически должно сработать. Так, ну смотрим. Так, сколько он нам денег-то принес? Почему-то не отображается. Так, отсюда он, естественно, пока что поехал пустой. Так, что у нас тут? О, 8 досок уже произведено. 10. Давайте-ка его развернем, а.
Пускай хоть что-то уже повезет. А на станции у нас ожидающих нет. Ну, может, появится сейчас, а? Так, стой пока. Ну, ну. 20 уже произведено. Где товар? Ёлы-палы. Станция же захватывает. Так, ладно. Так мы будем до потери пульса ждать. Пускай тогда едет туда, куда ехал. Так, сколько у нас? 300, 400, да? Уже 400. Но когда будет 500, мы, наверное, будем все-таки уже покупать поезд для железной руды. Вот сейчас я единственное, что проконтролирую. Вот этот как у нас поедет, он, по идее, должен сейчас уехать. Взять вот сюда вот налево, вот по этому пути. Приехать сюда. С этой станции уже поехать вот по этому пути. И обратно на лесопилку. Так, давай-ка уже пошевелись. Ну-ка. Да. Он поехал туда, куда надо. Вот, ну что ж, друзья, буду я, наверное, на сегодня заканчивать. Вот, более-менее все-таки с этим маршрутом разобрались. Вот, в следующей части, скорее всего, будем налаживать уже маршрут, который будет возить железную руду. Вот, а на сегодня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующей части. Всем всего!